Что может объединять Тигашевское городище в Батыревском районе и викингов из Скандинавии? В поисках ответа на этот вопрос исследователь, член Королевского датского географического общества, побывал в Чувашии. Маршрут Томаса Франка пролегает по российским рекам через Волхов, Ладожское озеро, реки Сязь, Тихвинка, Соломинка, Чагода, Волга и до Каспийского моря. Путешественник и священник изучают водный путь викингов и предполагают, что истоки датского христианства стоит поискать именно в нашей стране. В экспедицию Томас Франк отправился на уникальной лодке «Ботники», которую специально для этого исследования смастерил из цельного ствола дерева нижегородский мастер. Подобные долбленки использовали викинги тысячи лет назад. Тигашевское городище, точнее, овальные валы, путешественник увидел на карте через спутник. Такие земляные насыпи сохранились и в Дании, поэтому исследователь не исключает, что на нашей территории когда-то побывали его предки. Томас Франк также заметил, что деревянные столбы-идолы в Тигашевском городище очень похожи на надгробные столбы, которые есть на его родине.